Рекордсменка книги рекордов России, экс-депутат, автор, исполнитель песен с миллионами просмотров, шоумен «Сия Руси». Моргенштерн «Спасайся», Егор Крид «Беги». Олег Лихачев, шоумен из Казани, подает в суд на всех звезд, которые превратили его песню «Владимир Путин молодец» в ТикТок. Наш президент страну поднял. И самый новый мерин забрал. Наш президент страну поднял. И самый новый мерин забрал. Вы, ребят, за свои хиты получаете огромные гонорары. А, используя мою песню, я с этого ничего не имею. Вы везде, а я в нигде. Ребят, так не пойдет. Давайте как-то уже будем решать этот вопрос. И похоже, он это всерьез. Кировский суд Уфы уже взыскал с Алишера Тагировича 300 тысяч рублей. Следующий в списке – Крид. Егор Крид меня слегка удивил. В отличие от Алишера Моргенштерна, он прислал в суд двух юристов. Недаром он в тройке самых богатых артистов шоу-биза. Деньги считает. Для него миллион, как для меня десятка. И лично я вряд ли бы из-за 10 рублей судился. Предварительная дата слушаний – 26 мая. Ну а дальше по списку – Даня Милохин и еще десяток тиктокеров. Наш президент страну поднял. И самый новый мерин забрал. Наш президент страну поднял. И самый новый мерин забрал. Наш президент страну поднял. И самый новый мерин забрал. Эх, лучше бы на шашлыки вместе сходили, ей-богу.